Почти треть заведений общепита в столице не отвечают санитарным требованиям. Об этом сообщает на своем сайте Госпотребслужба. 1 июля проверили почти все заведения Киева. В первую очередь санитарное состояние кафе и ресторанов, а также наличие медкарт у работников. В итоге 30% заведений столицы временно прекратили свою работу. Напомню, 28 июня из-за отравления в одном из столичных ресторанов были госпитализированы 16 человек. По состоянию на 1 июля их количество увеличилось до 34. У всех пострадавших подозревают сальмонеллез.